Любимое занятие электрика – обрезание. Обрезание. Лишнего. Так, теперь... А сейчас будет обрезание. Только не того, что вы думаете, а совсем другого. Проводов, которые обесточены. Да, Восток – дело тонкое. И изоляция обрезанных концов. Угу. Понятно. Так. Обрезаем по самую изоляцию, чтобы ничего даже случайно не торчало и случайно не коротало. Ну и потом заизолировать то, что обрезано. Конечно, конечно. Как говорится, защита от дурака. Угу. Правильно. Меры безопасности превыше всего. А вдруг кто-то умный пойдет и включит, когда тебя не будет? Да, у нас таких умных. Закон подлости никто не отменял. Хватает таких умников. Да. Вначале делают, а потом думают. Так если они в голову, они головой не думают, они голова для того, чтобы в нее кушать. Это точно. Золотые слова. Так. Так. И... А вот это мы все уже сами потом будем себе делать, как нам красиво. А тут все медь. И там медь, и тут медь. Угу. А это сейчас монтируем. А медь с алюминием окисляется. Это для вас, телезрители, чтобы вы приняли к сведению. Не делайте такой глупости. Да, медь с алюминием. Не скучивайте. Да, медь с алюминием создает неблагоприятный эффект. Со временем будете искать, где же вы накосячили. Накосячили. А накосячили вы в одном месте. Когда взялись не за свою работу. Да-да. Все. Отлично. Вот так вот и будет. Так, давай. Давай. Сейчас что? Я сейчас там это самое... За...